Дорогие телезрители, для тех телезрителей, которые планируют в ближайшее время приобрести участок земельный, будет интересно послушать наших сегодняшних гостей. Это специалист по земельным вопросам Пурнашова Любовь и эксперт по недвижимости Назаров Аркадий. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Итак, первый вопрос у меня такой. Совет, можете дать совет, где лучше покупать участок земли? Ну, участок люди выбирают по-разному. Все-таки это в первую очередь идет ровной земли, и чтобы газификация была и электричество было. Это многое, ну, зависит от этого. У нас хорошие участки вот по Покровскому тракту, ровные участки есть, по Мархе, где вот Сатал, Намсырский тракт, Хатангурасская. Ну вот, это вот самые такие лучшие участки получаются, да? Да, ну в основном в этом районе и покупают, например, люди. Хорошо, а с какими проблемами могут столкнуться наши телезрители, когда будут покупать участок на земле? На что следует обращать внимание? Ну, на этот вопрос, наверное, ответит специалист. Ну, покупка или продажа земельного участка – очень важный и ответственный момент. Так, надо все документы правоустанавливающие. Собственник должен иметь свидетельство государственной регистрации права, кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый паспорт и все сведения, все данные, адрес, местоположение, там, назначение, там, также ограничение обременения. Ну, все указывается. Проверить все данные также можно в Росреестре в сайте. Со всеми документами вы можете подходить уже в регистрационную палату для регистрации права собственности. Это вообще как-то меняется с ближайшим будущим? Что-то планируется или всегда вот как было там 10 лет назад, так и осталось, ну, в этой области? Ну, вообще, при покупке, да, участка очень важно сначала обратить внимание возможности, если это не индивидуальное жилищное строительство, да, если это сельхоз, там они же различаются по видам и назначениям и по категориям. Поэтому в первую очередь необходимо, если вы хотите в дальнейшем перспективе перевести его на жилищное строительство, необходимо посмотреть на зону. Есть ли возможность вообще перевода на ЖС или нет. Например, вот по Покровскому тракту с левой стороны там под пастбище идет, а под правую сторону там уже можно перевести на индивидуальное жилищное строительство. Хорошо. На что влияет цена участка? Вообще в Якутске она растет или падает? Цена на недвижимость, тем больше город растет, соответственно, цена и растет. И поэтому те, которые, например, вот 5 лет назад купили, да, вот Саталии раньше, когда вот по 150 тысяч продавали, сейчас уже там от 600 тысяч выше идет. Это уже зависит от того, как, ну, вот, как я уже повторюсь, это проложили газ, там инфраструктура все растет, там уже если детские сады построят, школы, то, соответственно, цена и вырастет. Ну, это логично. Чем больше благ получается, тем выше цена, да? И вот по поводу роста. Сейчас, если посмотреть по динамике, какой-то она вверх или вниз идет, или она в среднем, вот примерно одна и та же? Ну, лето – это как раз сезон, поэтому цена растет все равно. Ну, каждый год цена на недвижимость вообще растет. А в этом году еще вот с привлечением гектара земли, да, многие тоже бесплатно стали в очередь, поэтому чем меньше земля, соответственно, тем ее цена становится все дороже и дороже. И поэтому с каждым годом все равно ожидается рост цен на земельные участки. Земельный участок, он как бы не изнашивается, как квартира, да? Квартиру, если купил, то с каждым годом она изнашивается и теряется процент. А земля, она наоборот, цене растет. Как бы, поэтому это хорошая, самая лучшая инвестиция, наверное. Как бы, говорите с опытом земельного эксперта в недвижимости, да? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Какие есть категории, виды, зоны земельных участков? Категория земельного участка. Их 7. Земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного значения. Ну, там водного фонда, лесного фонда, земли запаса, земли промышленности. И земли населенного – это уже индивидуальное жилое строение, зона Ж2. Там уже можно строиться, прописаться. А сельхоза уже перевести, это нужно время по генплану, по проекту планировки территории. Все это рассматривается. Также подача документов, мои документы в МФЦ через лицо можете. Хорошо, спасибо.
Такой вопрос. Вот у нас первый гость рассказывал про то, приносит ли своя работа удовольствие, да? Mm-hmm. Тот же вопрос могу к вам, наверное, задать. Вот. Вы риэлтором работали, наверное, да? Да, работал. Приносит ли работа риэлтором удовольствие? Потому что, ну, судя по там, форумам, это очень mm-hmm. такая стрессовая, как говорится, работа. Профессия риэлтора, да, она стрессовая. Но если она действительно тебе нравится, она как бы не работает. Мне самому нравится вот эта деятельность. А какие общение. Плюсы? Какие плюсы вы видите? Как фанат? Ну, для меня это знакомство. Это очень много знакомств. Каждый день ты сталкиваешься с новыми людьми. В недвижимости ты узнаешь все. Например, да? По городу, вот сколько мы новостроек продаем. И я знаю в каждом доме, какая планировка, какой дом, кто управляющая компания, кто строил, по каким технологиям строили. И как будто ты город все знаешь. И в каждом доме у тебя есть знакомый человек, которому ты продал квартиру, например, ты, к которому ты можешь зайти на чай. Поговори с ним, да. Поэтому очень интересно на самом деле работа. А какие есть, может быть, такие подводные камни или трудности? Ну, трудности, наверное, все-таки преодолеть себя. Бывают какие-то сложные моменты, которые человек не может. Как раз таки, наверное, вот это общение, да? Кому трудно общаться, того трудности с продажей получается. Да, вот общение, наверное, самое такое. Большое спасибо, что поделились очень интересной информацией.